правда, сыграл он за нее всего два матча. Ездил на Копа Америка с Сентенарио, сейчас не об этом. Нголо Канте, Бензема, ну и вот здесь можно все решить, Бензема, и он решает. Он решает, он забивает, это Карим Бензема. Но от этого мало что меняется. Не стал бить, убрал и в девяточку. 1-0. Совершенно никакой необходимости напрягаться не было. Даже и в сонном темпе. Давайте все-таки о составах. Раз. Так. И начнем с Алитихада, который в атаке. Бензема может сейчас все решить. Но это передача на Камара. И браво. Ибраим Заед выручил. Ну, правда, и Камара пробил слабенько. Абдусабан. На Тозе. Тозе покатил на фланг. Подача. И вот может быть момент! Мохаммед Аль-Таин прыгает, тянет длинную ногу. И без труда переправляет мяч в ворот. Потому что Марсело Гроя шел ловить мяч, когда он прилетит туда, в район дальней штанги. А тут, смотрите, их двое. И очередной угловой от Игоря Коронадо. Очень высоко. Бензема каким-то удивительным образом упустил мяч. Но он все еще у него. Финт француза. Удар. И 2-1 забивает Кадеш. Оп. И вот этот пас мимо трех защитников и вратаря. Никакого положения вне игры у Кадеша не было. Автор победного гола Бензема. Когда. А вот это здорово, Шамари. Момент у Хазема. Передача. Момент. Ну же. Ну же. 2-2. Айдаль Хазем. Айдаль Хазем. Айда Фаис Салимани. Они снова сравняли. Вот это да. Вот это да. Бруно Виана. Нголо Канте выиграл верховую борьбу у Абдумасуда, который выше его на голову. 2-2. Аль-Хазем молодцы. Молодцы.